окутанный ярким золотым светом заходящего солнца, порт Сент-Тропе предстает как тихая гавань в полотне поля Синьяка 1892 года. Одной из первых работ, созданных им после прибытия в живописный портовый город. Спасаясь от того, что он называл интеллектуальным дерьмом парижской арт-сцены, весной этого года Синьяк отправляется на юг, следуя рекомендациям своего друга и коллеги пуантилиста Анри Эдмона Кросса, недавно переехавшего в этот район. Прибыв в порт Сент-Тропе на борту своей яхты «Олимпия» во вторую неделю мая, он обнаружил букалический мир солнечного света и парусного спорта, нетронутый оазис, который сохранил свой вневременный характер в период, когда французский ландшафт был драматически преобразован наступающей индустриализацией. Синьяк красноречиво передает впечатление мирной атмосферы в этой композиции, сосредоточившись на изящных изгибах традиционной рыбацкой лодки «Тартаны», когда она входит в гавань на закате, а ее паруса наполнены бризом. Берег гавани изгибается вокруг небольшого входа, очерчивая границы порта и одновременно закрепляя и балансируя наполненную водой композицию, нанося отдельные мазки вибрирующих, насыщенных, взаимодополняющих цветов, Синьяк использует сложную технику пуантилизма, чтобы передать захватывающую драму вечернего света с контрастной игрой глубоких фиолетовых теней и последними золотыми лучами дня. Синьяк особенно наслаждался шумной смесью лодок, воды и людей, которые сосредоточились вокруг городской гавани. Ее энергия и постоянно меняющийся характер почти ежедневно притягивали его к береговой линии. От множества рыбацких судов, входящих и выходящих из гавани через равные промежутки времени, до местных жителей, которые бродили по кромке воды, работая или просто болтая, это центральное место вскоре стало повторяющейся темой в его творчестве, где художник исполнил виды гавани с мириадами различных перспектив и в разное время суток. В картине «Порт на закате Сент-Тропе» визуальная драма заходящего солнца компенсируется спокойствием моря, когда вода мягко колышется о берег, а скромная лодка, управляемая небольшим экипажем, скользит по воде к зрителю. Извилистые изгибы парусов простираются поверх диагональной мачты и, по-видимому, перекликаются с волнистым профилем холмов вдоль линии горизонта, что усиливается их сходной гаммой синих и фиолетовых тонов. Эти прохладные ноты создают поразительный контраст с насыщенными золотисто-желтыми оттенками, которые доминируют над большей частью полотна, в то время как нежные сочетания фиолетового, составляющие тени, дополняют тепло заката, отражающегося в море. Действительно, одним из самых впечатляющих элементов этой работы является использование Синьяком таких ярких, насыщенных цветов, на которые, возможно, отчасти повлияли чистый кристаллический свет и богатая цветовая палитра самого Сент-Тропе. Это было долгожданное изменение от серебристого света севера, который имел тенденцию смягчать цвета как на суше, так и на морских пейзажах и доминировал в его ранних картинах в Кассисе и Калиуле, до такой степени, что многие его современники считали их чрезвычайно бледными. Погружаясь в полную, залитую солнцем атмосферу Сент-Тропе, Синьяк применил в свою работу более насыщенные цветовые эффекты, открывая множество глубоких золотистых оттенков и звучных синих тонов. По мере того, как он проводил все больше времени на юге Франции до конца 1880-х годов, Синьяк все больше упрощал композиционное содержание своих работ, чтобы усилить эффект света на них, включив в свой стиль более яркие оттенки и все более гибкий мазок кисти. Однако в работе «Порт на закате» Сент-Тропе влияние Сёра все еще доминирует, как это видно из хорошо контролируемого применения пуантилистской техники. Вся поверхность состоит из тонкого переплетения разноцветных точек. Их формы сгруппированы в плотные слои контрастных и взаимодополняющих оттенков,
придавая картине богатый текстурированный узор, синяк заставляет поверхность выглядеть так, как будто она вибрирует или мерцает перед зрителем. Эффект наиболее заметен в сочетании яркого, огненно-оранжевого и глубокого полуночного синего цветов, которые заполняют передний план изображения, а также на изменчивой волнистой поверхности воды. Используя эффекты оптического смешения, синяк добавляет к сцене тонкий акцент и нюансы цвета, придавая композиции новую энергию и жизненную силу. В то время как лодка плавно движется по тихим водам гавани, картина сохраняет присущую ей неподвижность. Это ощущение усиливается тем, что художник повторяет определенные цвета в различных элементах картины. Например, паруса корабля на среднем плане содержат два различных цветовых узора, которые используются как в горном пейзаже на заднем плане, так и в береговой линии на переднем плане. Таким образом, цвет становится объединяющим элементом, который связывает все три пространства вместе, придавая сцене отчетливое чувство гармонии. Излучая ощущение спокойствия и безвремения, порт на закате Сен-Тропе предстает почти как романтическое видение Средиземноморья, вызванное воображением синьяка. Передавая ошеломляющую теплоту и безмятежную атмосферу, которая пронизывала жизнь Сен-Тропе летом 1892 года, эта работа может рассматриваться как воплощение веры Феликса Финиона в то, что картины синьяка вызывают гармоничную и ностальгическую мечту расцветать в свете. Таким образом, синьяк отступает от вопиющей современности таких композиций, как «Кранжат», «Сёра», и вместо этого представляет своему зрителю вневременный образ, который вызывает красоту, гармонию и счастье, найденные им в этом маленьком городке на Средиземноморском побережье Франции. Синьяк был явно доволен своим достижением в настоящей работе, выставив ее в отеле «Брабант» в декабре 1892 года, всего через несколько месяцев после создания. Это была первая выставка, на которой неоимпрессионисты были представлены как самобытная, единая и последовательная группа. Отсюда картина отправилась в Бельгию на выставку «Общества 20» в 1893 году, после чего художник передал полотно своему другу, журналисту, романисту, драматургу и искусствоведу Жоржу Леконту.